должен появиться. Спасибо. Несмотря на то, что суровые морозы в районе Урала, от Урала и до Калининграда, вы нашли возможность приехать на нашу конференцию. В этот раз мы встречаем гостей из 15 городов Российской Федерации, из 4 городов ближнего зарубежья. Это наши друзья, коллеги из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. Из 8 стран дальнего зарубежья – Япония, Индия, Монголия, Сирия, США, Литва и Польша. We are welcome our foreign guests from the 8 countries, from Japan, India, Mongolia, Vietnam, Syria, USA, Lithuania, Poland. We hope that you will enjoy our winter conference at our wonderful city. With great interest, we will acquainted with your reports and scientific achievements. Once again, we say welcome to Russia, honorary doctor of our university, Professor Iwasaki, Japan, honorary professor of our university, Professor Jusubekov. We're glad to see again on our conference, Professor Bhumisan, India, Professor Kalakin, United States of America, Professor Namdorj, Mongolia. You are welcome. И дорогие друзья, мы серьезно готовились к этой конференции, ну как и обычно, и к конференции подготовили, кроме программы, которую, я надеюсь, вы уже все получили, подготовили сборник трудов РИНС, который вы можете взять на ресепшене, и подготовили сборник аннотаций статей с фокусом. Значит, как мы говорили ранее, мы к этой конференции, под эту конференцию, готовим большой сборник в издании «Скопус», который будет издаваться в голландском издании «Балтема». Сейчас в этом сборнике аннотаций 86 статей. Сейчас они прошли внутреннюю рецензию и находятся в переводе. Далее мы пересылаем это в редакцию. Они проводят еще одну внешнюю рецензию, и по результатам мы уже, как говорится, сообщаем вам и заключаем договор о подготовке этой статьи. Я очень рассчитывал бы, что эта работа у нас пройдет до июня месяца. Хотелось бы в это верить. Что у нас ожидает на нашей конференции? Значит, обычно, как у нас бывает, достаточно большое количество докладов, поэтому они растянуты на 3 дня. Мы планируем под руководством академика Ильичева провести научно-техническое заседание Совета по геотехнике, которое пройдет в зале диссертационных советов, и по теме использования слайд уплотнения, их достоинства и недостатки. Кого заинтересует эта тематика, просим принять участие вот в этом нашем заседании. 8 числа мы планируем закончить работу к часу, и после кофе-брейка предполагается организация экскурсий. В организации экскурсии нам помогают наши известные фирмы «Геоизол» и «Геосфера». Это будут автобусы на объекты, связанные с устройством горнобивных свай и стены грунте. А один автобус будет ориентирован на то, чтобы ознакомить наших гостей, в основном гостей из зарубежья, из других городов, с с комплексом защиты Санкт-Петербурга от наводнений. Экскурсия пройдет мимо наших новых объектов. Крестовский стадион, Блахта-центр, и мы, как говорится, посетим нашу, как мы называем, дамбу, и, может быть, на обратном пути заедем в Кронштадтский собор. Вот, собственно говоря, краткая программа конференции. Я бы хотел выразить благодарность спонсорам нашей конференции, без которой нам было бы очень трудно сделать вот такую конференцию без организационных взносов, как мы обычно делаем. Это фирмы «Геореконструкция фундамент проекта», «Геосфера», «Геоизол», «Лентисис», строительная компания «Подземстройреконструкция».
Я хочу выразить большую благодарность руководству университета, которые очень помогли в организации этой конференции, прежде всего проекторам Луговской, я прошу прощения, буду без имен отчеств, Беловой, Глазовой, Лапиной, начальнику управления научной работой Лукмановой Наталье Борисовне и, конечно, ректору Рыбнову Евгению Ивановичу, который является председателем оргкомитета нашей конференции. Коллеги, объявляю конференцию открытой и предоставляю приветственное слово ректору нашего университета, доктору экономических наук, профессору Рыбнову Евгению Ивановичу. Спасибо. Уважаемые участники конференции, прежде всего, я рад приветствовать вас в стенах Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Проведение с 2003 года на регулярной основе конференции по геотехнике стало уже хорошей традицией. За это время проведено 14 конференций, включая общероссийские и международные. Конференции постоянно вызывают огромный интерес со стороны специалистов в области механики грунтов, оснований фундаментов, инженерной геологии. Вот и сейчас, как сказал профессор Мангушев, мы приветствуем в этих стенах представителей специалистов по геотехнике из 8 государств мира и 15 городов Российской Федерации. С одной стороны, это говорит о значимости этого направления строительной науки. С другой стороны, это дань уважения научным достижениям и традициям кафедры геотехники СПБ ГАСУ, которая является главным инициатором и организатором этих конференций. С 1933 года во главе кафедры механики грунтов оснований и фундаментов, так она раньше называлась у нас в ВУЗе, работали известнейшие в России и за рубежом ученые, заслуженные деятели науки, профессора Цитович, Васильев, Маслов, Долматов, Сотников. Последние 17 лет эту кафедру возглавляет заслуженный работник высшей школы, член-корреспондент ТРАСа, профессор Мангушев Рашид Абдулович. С момента образования кафедра является одним из ведущих подразделений нашего университета. И за это время, с момента его существования, на ней подготовлено большое количество инженеров, кандидатов и докторов технических наук. На кафедре созданы научные школы по разработке актуальных проблем строительной геотехники, которые успешно развиваются. Я хотел бы отметить некоторые из них, и в первую очередь это совершенствование фундамента строения на слабых, сильно сжимаемых грунтах, включая свайные фундаменты, исследование развития деформации основания сооружений и их прогноз, исследование свойств мертвых, промерзающих, оттающих грунтов и использование их в качестве основания сооружений. Совершенствование методов укрепления оснований и усиления фундаментов зданий при реконструкции. Разработка технологичных и конструктивных методов устройства подземных сооружений открытым способом. За последние годы сотрудниками кафедры опубликованы многочисленные монографии, учебники, учебные пособия, справочники по геотехнике, которые являются настольной книгой многих инженеров и преподавателей как в Российской Федерации, так и за рубежом. Позвольте выразить уверенность, что в течение 3 дней конференции у специалистов в области геотехники будет возможность познакомиться с последними научными достижениями, обсудить их, приобрести новые полезные контакты, а также ознакомиться с последними строительными объектами Санкт-Петербурга. Желаю вам успешной работы, интересных дискуссий, интересных встреч. И я надеюсь, вот эта конференция будет иметь свое продолжение в следующем и последующих годах. Удачной работы. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, на нашей конференции должен был присутствовать вице-губернатор. У нас появился сейчас новый вице-губернатор по строительству. Ленченко Николай Викторович. Но, к сожалению, Николай Викторович очень занят и по поручению губернатора, направленных на один из объектов. И поэтому он передал нам поздравления, которые, разрешите, я вам зачитаю. Уважаемые коллеги, участники конференции и гости города,
Рад приветствовать вас на международной научной конференции, посвященной одной из самых главных отраслей строительства геотехники. Мы все прекрасно знаем, что надежный фундамент – гарантия безопасности конструкции здания, особенно учитывая сложные климатические, гидрологические и инженерно-геологические условия Санкт-Петербурга. Традиционно сотрудники кафедры геотехники СПБГСУ вносят весомый вклад в научно-техническое развитие современного фундамента строения города. Именно специалисты этого вуза принимали участие в реализации таких значимых для города объектов, как Лахта-центр, новый стадион на Крестовском острове, вторая сцена Мариинского театра. Сегодня перед строительной отраслью Санкт-Петербурга стоят не менее масштабные задачи. Для минимизации геотехнического влияния нового строительства на состояние объектов культурного наследия и исторических зданий важно обратить внимание профессионального сообщества на выбор рационального метода воздействия подземных частей здания. Убежден, что научная международная конференция по геотехнике, открывающаяся сегодня в СПБГСУ, позволит отечественным и зарубежным специалистам поделиться имеющимся опытом и наметить новые направления для развития геотехнической науки. Желаю участникам конференции успешной и продуктивной работы. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Викторович Линченко. Слово для приветствия предоставляется почетному доктору нашего университета, председателю комитета, международного комитета IPC-19, защиты исторических памятников и архитектуры, доктору технических наук, профессору Йошима Ивасаки. Прошу вас, профессор Ивасаки. Thank you. Good morning, товарищ in geotechnical engineering. Доброе утро, товарищи. I came from Osaka, Japan. Я приехал из Осаки. Here in St. Petersburg, I made a more than visit of 5 times. Я уже посетил несколько раз Санкт-Петербург. We have the common aspect and different aspect in two cities. Мы имеем с этим городом одинаковые некоторые геотехнические аспекты и различные. In the engineering geotechnical matters, we have the soft ground on the top surface. С точки зрения геотехники, геотехнической инженерии, мы имеем мягкие грунты и в Японии, и в Санкт-Петербурге, и в Осаке. The difference is in Osaka. We have the active faults. Различие в том, что в Осаке у нас имеется очень активный разлом. Here in St. Petersburg, the depth rock is something like 200 meters from the surface. Здесь расположение грунтов по глубине Санкт-Петербурга где-то более или около 200 метров. So far, I didn't heard any active faults below the St. Petersburg. Но нету здесь активного разлома в этой зоне. If you come to Osaka, topologically on the surface there is some cliff. Если вы приедете в Осаку, то вы увидите определенное соотношение различия подземной поверхности. That because very deep position around 1,000 meters from the surface, there was a rock and faults. Где-то на глубине 1000 метров находятся скальные породы и разлом. We have the same kind of the transportation underground. Мы имеем очень развитую инфраструктуру, особенно в подземном строительстве, транспортную систему. Метро. Subways. Ну, подземные станции. In Osaka, subway construction started in 1925. В 1925 году в Осаке началось подземное строительство метрополитенов. Based on the open excavation. В основном это была открытая экскавация. We had the geotechnical failure
of the base failure of the open pit. Это в основном было все-таки связано с открытыми разработками. И всевозможные скольжения, всевозможные потери устойчивости происходило именно в этой зоне, в открытых разработках. Sometimes they have developed their soil freezing technology. Иногда вы применяли метод промерзания, метод промораживания. The during the excavation, the freezing soil just stopped the soil. Но вот это вот промерзающие зоны, конечно, влияли на состояние грунтов. However, the local engineer stopped to supply the electric power. The soil just become warm, and the failure takes place. Это очень влияло на электричество, на электрификацию вот этого подземного, приподземного строительства. So there are so many accidents we have experienced. Мы имели много всевозможных катастроф. Doing so, the settlement of the top surface during the Sapir construction, at that time, more than 10 to 30 centimeters. При этом при подземном строительстве особенно наблюдалось большие осадки поверхности от 10 до 30 и более сантиметров. Engineers at that time just fighting against ground. Инженеры в основном атаковали грунты, атаковали, очень агрессивно относились к грунтам. But in the 1970 году I was getting involved and introduced observational method of geotechnical engineering for the subway construction, for the seal tunneling method. Я вот предложил метод обсервации вот этих вот строящихся объектов и эксплуатируемых объектов метрополитена. The top settlement of the surface decreased to 10 to 20 millimeter, this much. Ну, где-то вот поверхность, где-то примерно, при этом наблюдалось, уже начало наблюдаться где-то 20 миллиметров, около 20 миллиметров. Lesson learned from our experiences not to fight against ground. Наша главная задача, надо очень бережно относиться к грунтам, не агрессивно, не нападать на них. To be a very good friend with soils and ground. Надо дружить с грунтами. Then we have to getting know the mechanical behavior, how the soil behaves. Тогда мы будем знать и механические свойства этих грунтов и прогнозировать их поведение. Более надежных. Geotechnical engineering is just like the relationship between two countries. Получается, как будто бы геотехнический инженер является как бы представителем дружбы с какой-то страной. Грунты как бы страна. Not getting involved with war. Не надо вызывать войну с грунтами. But keeping the good friendship. Надо сохранить дружбу с ним. This is the secret of geotechnical engineering success. Это должен быть секрет, секрет должен быть как бы вот этой геотехники, в этом и заключается, чтобы развивать дружбу. 20 years ago I first came here. 20 лет назад я прибыл сюда. I took a subway. And the, it took a very long time to come down. Я увидел, что очень глубокое метро в Санкт-Петербурге. Я наблюдал, что до 2-3 минут надо дойти до метро, до расположения поездов поверхности. In Osaka, subway metro is just the driven 10 or 20 meters.
deeper than the from the surface. В Осаке примерно 10-15 метров глубина. Here, yes. Здесь. Very deep. Здесь очень глубоко. Very deep. I don't know the reason why, but the geotechnical engineering in St. Petersburg must be developed very high. I hope in the future this kind of high-tech geotechnical engineering will develop not only in the St. Petersburg, but also the technology delivered to the other world internationally. Подземное строительство метрополитена, особенно Санкт-Петербурга, в сложных руках, должно, конечно, трансформироваться и в другие страны. Технологии, устройства. Спасибо, thank you. Спасибо. Слово для приветственного слова предоставляется почетному доктору нашего университета, президенту Казахской ассоциации геотехников, бывшему вице-президенту Международного геотехнического общества, доктору технических наук, профессору Дусабекову Аскару Абадовичу. Спасибо, Александр Анатольевич, за представление меня. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, уважаемые участники международной конференции, я бы хотел представить очень кратко планируемую 16-ю Азиатскую региональную конференцию по геотехнике, которая произойдет в Тайбэе, в Тайване, 14-18 октября. В этом году у нас будет ряд конференций в Европе, как вы знаете, в Исландии, в Африке, в Кейптауне, в ПЭС, это Австралия, будет Австрало-Азиатская или Австрало-Новозеландская конференция. Также серия конференций пройдет и в других регионах нашего континента. Вот одна из активных конференций, 16 региональная, предыдущая была в Фукуоке, Японии, будет в городе Тайбэй, Тайвань. Вот вы видите, это место проведения конференции, я очень быстро буду говорить. Отвечает вот за эту конференцию, выигравшись, это место проведения китайской Тайбэй Geotechnical Society. Внизу был показан веб-сайт. Вы можете, это программа краткая. Видите, предыдущие будет два дня, будут краткие курсы, которые будут представлены бесплатно по геотехнике, а потом уже начнется непосредственно сама конференция до технического тура. Также будет прием мелкого рецепта Галандина, а также заседание азиатских ассоциаций. Здесь вот показан, значит, лист приглашенных лекторов, ключевых лекторов и тематических лекторов. В основе это представители, конечно, Азии, потому что это азиатская конференция. Здесь вот я показываю еще раз последний раз, может быть, это последнее представление этой азиатской конференции, что можно еще подать доклады до середины марта, особенно по техническому комитету 35, техническая инфраструктура мегагородов и новых столиц, которые курирует Казахстанская геотехническая ассоциация. Здесь вот показана сама непосредственная инструкция, я тоже быстро приведу, тоже наименование кратких курсов. И, как вы видите, здесь будет молодежная конференция, очень это важно для молодых геотехников, в том числе из ПВГСУ. Будет также поддержана эта молодежная конференция от комитета Тайваньской геотехнической ассоциации. Здесь показаны технические туры, которые пройдут, несколько технических туров будет организовано от комитета непосредственно в самом Тайбэе. Здесь показаны инвестиционные взносы, как вы видите. Не очень дорого по сравнению с европейской, которая в два раза больше, и с американской, тоже где-то почти в два раза больше, и с африканской тоже где-то полтора раза больше инвестиционных взносов. Где-то даже где-то около $200. Здесь показано, что 59 стран могут прийти в эту страну без визы. Для стран СНГ по просьбе Казахстанской геотехнической ассоциации будет подготовлена виза в аэропорту. Здесь показана тоже социальная программа, культурная, очень интересная страна. Где-то я был разов 5, наверное, в Тайване. Очень богатая культура, очень хорошая кухня, И всевозможные культурные мероприятия можно посещать не только кроме конференции. Здесь вот специально для стран СНГ, я еще раз поддерживаю, подчеркиваю по просьбе Казахстанской геотехнической ассоциации, для стран СНГ, в том числе для российского общества, будет подготовлено
отдельный после конференции, спутниковая конференция, спутниковый воркшоп в городе Кавуши, это южный Тайвань, где-то 2 часа езды, 2 дня будет принимать Кавушинский университет. Это вот показана информация для выставки, то есть генетическая организация будет сейчас выступать и также оказывать спонсорскую поддержку непосредственно для этой азиатской региональной конференции. Здесь показаны всякие категории, больше спонсор, сильный спонсор, бронзовый спонсор. Приглашаю всех от имени оргкомитета в Тайвань в 2019 году, это было в октябре. Спасибо за внимание. Спасибо, Скажем.